Трехминутка любви от Ивана Нави. Часовые любви, вновь я с вами на вы. Я сейчас Сашенька Коган, который зовет меня учителем, я зову его учителем, так бывает. Там, в Киргизии, я был у него учителем труда и черчения, а здесь он у меня был учителем жизни в Израиле. Вот, и 30 лет я уже живу по тому, чему он меня научил в первые месяцы моего пребывания здесь. Вот. И для Сашеньки я вот эту песню спою. Неблагодарностью Творцу за каждый вздох ты начинаешь этот путь от жизни вспять. И скоро скажешь ты отцу, да чтоб ты сдох, и кинешь матери в лицо, ты мне не мать. Неблагодарные мертвы, их оживи. Болезнь тяжелая, клиническая смерть при отсечении головы благодарит, и за цветок, что вдруг дано ему узреть. Будь благодарным, сразу все приобретешь, и деньги будут в небес голубизна, в такую высь тебя взнесет, в полет даешь. А сверху видно этой жизни глубина. Дерзайте, мальчики мои, борите страх. Над ним победа – это верный путь к себе. И с благодарностью в душе и на устах живите к Богу и к родителям, к судьбе. Я не знаю, я смотрю, у меня еще остается немножко времени. Санька, во-первых, зайди у Светки, возьми, забери там что-то, она тебе приготовила. Второе, мы тебя очень нежно любим. Поверь мне. И я благодарен тебе. И Богу за то, что с тобой встретился в Израиле. Давай, дорогой.